ситуативное чутье у хоккеистов Куньлунь. Вот момент, а может быть, и следовало бросить. И вот видите, гостей. Поднята рука арбитра, момент. И вторая шайба. Вот так вот Куньлунь. И не без труда Борис Ада выиграл. Третий момент, голевой. Да, наверное, для хоккеистов, может быть, не так часто, но мы с вами подобное видели, когда команда пользуется этим отложенным штрафом. А вот здесь оставили Петухова одного. И Харченко преследует соперника. И в итоге своего хоккеиста Бориса добились. Момент. И вторая шайба. Вот вам опытнейший мастер Старченко. Промедлил с броском опытнейший мастер Бориса. Но этого все равно хватило для... Ну вот это да! До Линдона Вэя. Во Фретина там сразу два игрока врезались. Отскочила к Осетову. Осетов под клю. Шайбу подхватил Михайлис. Хорошая передача. Гол! Гол! Моей он девятую шайбу забрасывает в ворота соперников в нынешнем чемпионате. И уже устремился вперед Куртис Волк. Или Кёртис Волк, более правильно. Хорошая передача. Моменты! 5-3. Крыса увел их за собой Волк. И вот так мастерски не сложилось. И все-таки все голевое чутье. Не выключился он из борьбы. Вот последовал бросок. Отбил шайбу не совсем. Спенсер Фу ошибается. Пан сделал счет 2-3. На второй минуте Фретин. Орехов. И бросок! Похоже на то, что тут не успел.